Всем привет! Очередная часть влога под названием «Джетта живи». Сегодня мы с Егором едем разбирать морду, чтобы Виталию было удобнее вкатить мотор. Ну и еще некоторые моменты сегодня будут засняты. Поэтому следите, всем приятного просмотра. Так, мы с Егорычем приехали. Красная опасная. Там Димон, он счастливый стоит. Это не он делает. Сами идите с ней. Все, достаем инструмент. Погнали наших городских. Сейчас морды не будет. Влог продолжается, Джетта живи. Мы с Егором большие молодцы, справились, наверное, минуток за 20, да? За 24 секунды. 24 секунды в таймплассе вы могли это увидеть. Почему так быстро? Рассказывай. Мы не зря зиму долго с этим возились, столько всего сделали, потому что у нас телек снимается полностью с фронтом, с фарами, с решеткой, с радиатором и с кассетой вентиляторов. То есть все, болтон, вот так вот можно снять. Спасибо еще ребятам из X-Garage. Мишаня, тебе большой привет за усиление телевизора, кастомную часть, потому что она просто офигенно откручивается, все стоит, держит капот. Ну, короче, кайф. Ну, а так, что, снизу два болта бампера, хомуты воздуховодов на охлаждение тормозов, суппортов, интеркулер открутить сверху, снизу. Патрубки снять. Все, все просто. Все быстро, просто. Все, пошлите еще посмотрим. Еще раз вам подробно покажем мотор и его состояние. Смотри, Егорыч. Смотри, какой он весь чистенький. И его не мыли. Он такой из Испании приехал. Охереть. Да, но Юра говорит, что из Франции, из Испании, из Германии все такие моторы. Он говорит, их же там за каждую каплю масла друт нормально. Поэтому... Вот эта штучка залетает к Егору на мотор, у него нету продъебанной, мы ее долго искали, не могли найти. И вот за $800 мы купили крепеж трубы, блядь, впускной. Такой красивый впуск. Да, вот это, конечно, вандалы, такой тройник угробили, но им там пофиг. Тройник, все трубки, да, все трубки, провода. Так очень близко, да, все. Ну, хорошо, все. Хоть с проводов фишки, вот фишки поостаются. Тут тоже, смотрите, с топливной рампы, как обрезали по-свински провод. Вообще ужас. О, да. Да, да, этого. N75-го нет, да? Не, нету. N75-го нет. Ну, прям все такое красивое, на самом деле. Пластик. Смотри, какой генератор. Угу. Генератор точно пойдет мне. Компрессор, наверное, тоже. Потому что все очень красиво. Но это мы все проверим, продефектуем. Трубки тоже, видишь, как молодцы, аккуратненько они, да? Да, да. Ну, короче, вот такой двигатель. Тоже пластик, смотри, все круто. О, очень, да, черканули. Да, видно при транспортировке по-любому. Щуп, что-то было даже написано. Смотри. А, ну. Щуп. Да, щуп я видел. Класс, ну, щуп, спасибо, охуенно. Щуп у нас есть, поэтому все будет окей. Кому V8, пацаны? Мы не заберете, блядь, мы психанем, поставим его на заднюю ось джеты, блядь. И будем иногда заднеприводными. Ну никак, пацаны на BMW, да. Все красиво, все нарядно. Приезжайте, забирайте, будете нормально дубасить. Так, мы все разобрали. Горка прыгает в тачку, и мы летим к Диме Глушакову, чтобы забрать... Все. Все, дроссель забрать, дроссель надо забрать, почистить, чтобы потом не метаться. И попробуем на пескоструй съездить, отдать подушку переднюю на двигатель. Джетта, живи! Приезжаем к Димасу в гости. Красивый Бентлик стоит. Да, такая большая. В это Волга. В это Волга, да. Димаса Кадиллак. Тукарчи дрифтовые. Знакомые люди на территории. Привет! Как дела? Привет! Что делаете? Сиропку делаем.
Там? Да. Сейчас посмотрим. О, бэшка с моего двора. Парни, которые ездят на опять 400 сил. Угу. Скорее всего, мы его снимем на обзор, кстати. Ну, пошли. Ой, какой красивый Кадиллак у вас. Классная тачка. Привет. Дрифтовая бэшка моего соседа. Всем привет. Сырочек. Димончик, привет. Привет. Как дела? Привет. Все хорошо? Все отлично. Все класс. Егор. Смотрите, какой Димон красоту наводит. Ух ты, я тоже такой хочу. Прям очень красиво. Вот так Димончик сделал дроссель на джету. Просто идеально. Осталось почистить и покрасить еще раз. Димон, спасибо большое. Да не за что. Димон спасает проекты. С Егорычем прилетели к нему в гаражик, чтобы забрать коралловый круг, потому что пескоструй пока в отпуске и жарко. И подушку отпесочить не получится, хотя бы зачищу, покрашу с баллона, чтобы не ставить прям рыжую. Чик, круг. Изделие. Нет, вот. Чик, чик. Нормально, нормально. Нормально, нормально. Спасибо. Завтра почистим. Такой небольшой влог о том, что происходит с джетой, записали для вас. Следите дальше. Все как что будет происходить, когда и как, неизвестно. Поэтому следующий влог, ну, будет на следующей неделе. Всем спасибо за просмотры. Ставьте свои сердца, колоколцы, сысцы. И улыбайтесь почаще. Всем пока.